Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил правительственный источник в Дамаске газете «Аль-Ватан», не уточнив дату вступления сторон в переговоры. По его сведениям, предстоящая сирийско-турецкая встреча станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах. Издание отмечает, что турецкая сторона попросила Москву и Багдад присутствовать за столом, где будет вести двусторонний диалог вдали от средств массовой информации. Сторонам предстоит обсудить все детали, чтобы вернуть отношения между двумя соседями в нормальное русло, на прежний уровень. Напомним, что комментируя возможное потепление отношений между Турцией и Сирией, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Российской Федерации Игорь Коротченко в беседе с Баку ТВ.ру сказал, что к заявлениям лидеров двух стран привело осознание новых политических и военных реалий. Игорь Коротченко подчеркнул, что Россия является партнером как Турции, так и Сирии, в связи с чем новая геополитическая реальность на Ближнем Востоке однозначно радует. По его словам, потепление отношений Турции и Сирии даст возможность, цитата, «достигнуть решения целого ряда прежде казавшихся неразрешимыми противоречий на треке российско-турецкого взаимодействия как в регионе Ближнего Востока, так и в более широком контексте».